С 1 сентября 2023 года Московская область перешла на новую схему технического обслуживания газового оборудования. Теперь услугу будет предоставлять только Мособлгаз. Сотрудники организации будут выполнять все работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования. Сейчас после вступления 71-го закона в силу, вот Мособлгаз взял на себя ответственность как бы разъяснять абонентам, зачем это нужно, и как бы все-таки привлекать их к проведению технического обслуживания. Все сделано для удобства граждан. Теперь им не нужно приезжать в офис, достаточно позвонить по телефону, либо обратиться через личный кабинет и заказать техническое обслуживание газовых приборов. Мастер приедет в удобное время и проведет необходимые работы. Кроме того, можно обратиться в передвижной офис Мособлгаза, как это сделала жительница деревни Слобода. Нам председатель прислала как бы повестку, что сегодня будет собрание по поводу газа. Какие-то новые договора, вот я подъехала. Сотрудники территориального отдела Картинский встретились с коллегами из Мособлгаза по вопросам, которые связаны с голубым топливом. Жителям стоит помнить, что бытовой газ – источник повышенной опасности. Необходимо соблюдать все правила использования. Оповестили жители, то есть, ну вот ждем, надеемся, что люди придут сознательные, потому что это наша безопасность, безусловно, всех. Планируется, что передвижной пункт объедет все дальние точки муниципалитета. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.